Я Филипп Романов, астроном-любитель, первооткрыватель 80 переменных звезд, автор 3 научных статей по астрономии, опубликованных в научных журналах. Сегодня 23 января 2022 года. Дата пятилетия со дня начала моих и мамы вынужденных скитаний. Я нахожусь в поселке Южный Морской Приморского края, на своей малой родине, в жилье родственников, которые временно приютили нас. Я, моя мама и наша старая кошка, мы лишились возможности безопасного, беспрепятственного проживания в своем единственном жилье в городе Москве. В комнате номер 2, в двухкомнатной коммунальной квартире номер 210 по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1. И я лишен возможности беспрепятственной продажи данного моего единственного жилья. Чиновники не помогли нам на наши многочисленные заявления. И нам негде жить. Мы не имеем источника дохода. Мы голодаем, мы страдаем. Я страдаю хроническими заболеваниями, пороком сердца, бронхиальной астмой, заболеваниями суставов, вен. Моя мама страдает анемией. И нам нужна помощь, чтобы продать эту комнату, чтобы купить себе взамен иное жилье, где я мог бы безопасно и беспрепятственно жить, заниматься наукой и астрономией и подготовиться к поступлению на обучение в университет, на астронома. Все мое астрономическое оборудование, все наши личные вещи остались в этой комнате, куда я не имею безопасного беспрепятственного доступа. И я лишен возможности подготовиться к поступлению в университет. Пожалуйста, помогите нам.